стрелок, и я недавно создал себе канал на YouTube. И это мое первое видео. Я очень волнуюсь. Вы сами попробовали снять первое видео, ну, кто меня смотрит. И у меня на канале будут очень часто появляться видео Лего Сталкер. Да. А может, буду я даже делать прохождение на Сталкер. И вот я из Лего сделал такую диораму для Сталкера. Может, буду снимать сериальчик Сталкер. Тут несколько деревьев и домик, в котором сидит бандит. Потом его покажу. Ну, мне кажется, нормально получилось. Пишите свои мнения, кто меня смотрит. Итак, ну, тут нечего, в принципе, рассматривать. Такой мини-лес. Я, может, сюда деревьев еще добавлю. А домик поинтереснее. На нем, увы, ну, в нем, увы, нету двери. Зато есть окно, из которого стреляет бандит. А бандит вон. Я его тоже покажу. Вот такой очень поломанный домик. Я тут сделал завал, типа дверь завалила. И будет, мне кажется, покрасивее. Это я не знаю, зачем прилепил. Просто так, для красоты. Ну, и все. Мне прикольно нравится то, что тут такие мини-бугорки такие. Прикольно. Ну что ж, перейдем к сталкерам. И первый сталкер у меня в комбинезоне Сева. Я думаю, все знают, откуда такая мини-фигурка. Но только я добавил ей свой шлем. Кастом сделал. Небольшой. Потом, может быть, я уберу еще бронежилет и поставлю сюда баллоны. Наверное, так сделал. Ага, у фигурки еще два лица. Я этого, честно, не замечал. Вот серьезно. В общем, мне нравится Сева. Очень. Так. И пока без оружия. Будет стоять, наверное, здесь. Вот. Так. Ну, перейдем к следующей. Это будет, наверное, либо мутантом, либо сталкером. Ну, такая интересная мини-фигурка. Кстати, эта мини-фигурка по фильму «Звездные войны». Советую его посмотреть. Точнее, не «Звездные войны», а «Стражи Галактики», извиняюсь. Советую его всем посмотреть. Это Дракс. У меня он будет, наверное, сталкером. Мне нравятся штаны. Я их на какой-нибудь комбез крутой заберу. И у него такое оружие. Так. И сейчас у меня есть еще два мутанта. Начнем со Снорка. Такой вот Снорк. Ну, Снорк мне не нравится. Ну, не очень получился мне, честно. Вот такой подертый противогаз, трубка. Ну, типа... Ой, это ж не собака. Снорка мы поставим вот сюда. Не, вот сюда. Он глупое создание. Как и кровосос, которого мы сейчас будем смотреть. Хотя, знаете, кровососики даже очень умные. Ну, блин, кровосос у меня обалденный получился, я считаю. Мне он очень нравится. Такой весь в крови, вот его щупальца красные в крови. Хотя, по-моему, сталкеры они такие были. Ну, может, не такие красные. Это не важно. Мне он нравится. Кровосос. Я еще ему хотел в одно щупальце руку добавить. Ну, Лего руку. Типа он держит и жрет ее. Но потом я передумал. Это было не очень красиво. Его мы тоже поставим в низшую цепочку. Следующие у нас будут вояки и бандиты. Бандит один в домике. Как я обещал. Покажу его. Так. Сейчас я его достал. Того бандика. И если кто играл сталкера, кстати, советую поиграть. Лайк из тех, кто убивает бандитов часто, как я. Я вот играю сталкер, вижу бандита, и сразу по нему открываю огонь без предупреждения. Так, у меня тут есть два бандита. Вот этот и вот этот.
Мне кажется, паханом должен быть вот этот. Он мне круче кажется. Я ему, наверное, уберу броник и поставлю плащ. Я этому, наверное, еще типа сделаю спортивки. Тут две полоски и тут. Мне этот бандит очень нравится. А этот не очень. Ладно. Бандитов сюда. Следующий у нас командир военных. О, генерал там. Главный, в общем. Я не особо в этом разбираюсь. Вот такой вот бронежилете. С поясом таким. Блин, мне бы еще видеть. У него в руках такой автомат. Я не знаю, как он называется. Если кто знает, напишите в комментариях. И рация. Чтоб связываться. Ладно, военного сюда. И второй военный. Он мой любимый, самый любимый. Обожаю этого военного. Это рядовой. Ну согласитесь, он очень красивый. Рядовой классный. Рядового. Ладно, еще посмотрим. Вот такой пистолет в руках. Прикольненький. Ну, ножки у него немножко расшатанные. Ну, бронежилет и такая рация. Хотя, может, у меня это и будет типа детектором артефакта. Медведем будет. Детектор медведя, знаете такой? Если знаете, лайк. Лайкните это видео, плиз, прошу. Ну ладно. Будет вот такой вот у нас рядовой. И я ничего перекрашивать не буду, он мне и так очень нравится. И не особо мой любимчик, ну, снайпер. Такой вот военный снайпер. И мне нравится его бронежилет, потому что тут метательный нож очень красиво разместился. Такой метательный нож. Так. Не вижу ничего. И вот тут есть такая рация. Каска и снайперка. Так. Дальше, последние мои человечки. Это два чувака из отряда «Чистое небо». Так, посмотрим. Вот, чувак из отряда «Чистого неба», потому что у него синий капюшон. Не знаю. И у него две оружки. 16-я, по-моему. И еще какая-то. Или я все путаю. Но у меня тут немножечко уродливый капюшон получился. С маской, согласитесь. Так. Он у нас одноглазый. И ему кровосос выпил глаз. Ладно. И следующий. Вот такой вот. Этот мне... Это мой любимчик. Люблю его. Ну, этого. Чувака. Он будет... Походу это будет у меня винторез, но я еще не определился, что это будет. Ну и в рюкзаке у него только обрез. Как доп. Оружия. Ну ладно. И последний главный герой это у нас стрелок. Ну или меченый. Ну или я. Да, вот я. Ну как бы это стрелок. Я тоже стрелок, понимаете? Стрелок вооружен АКСУ, прикольненький такой, маленький АКСУ. Но, и он ранен, да, ранен. Ему бандит, будет такая предыстория, он шел по этой зоне, он шел по этому лесу, и бандит выходит, и они начинают с ним перестрелку, и он, стрелок кидает гранатку бандита, тот ему успевает прострелить ногу и руку. Ну и тело немножко. Так. Дальше. Ну и у него будет другой костюм. У него будет такая карта, которую ему даст бармен, где находится секретный крутой костюм.
Его я вам пока показать не могу, потому что у меня его нет. У меня его нет. Я его сделаю из много разных костюмов. Ага. И будет стрелок крутой. Хотя мне вот так вот нравится. Прикольно, да? Лайк, если вам понравился мой стрелок. Ну, и все, на этом я буду заканчивать. С вами был Стрелок. Прошу, подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. Это что, трудно? Если не трудно, то подпишитесь и поставьте лайк. Ну, если вам не понравилось видео, то дизлайк. Ладно, всем пока.